Друзья, сегодня на обзоре вот такая вот у нас коробочка. Вот она прям вот такая, вот такая. Вот видите, тут написано, черт, Digital Thermometer. Вот, это китайская хренотень такая. Я ее купил за 39 рублей. Вот, хотя реально она там стоит, ну, по-моему, 108. В данный момент скидка на нее тоже есть. И стоимость в данный момент 88 рублей 63 копейки. Друзья, это обычный термометр, пришел он довольно быстро. Пришел он, значит, вот в такой коробочке. Я, правда, не читал, что здесь написано. Там, ну, в общем, сами посмотрите, что написано. У меня тут со зрением проблема. Он пришел вот. Он пришел вот в такой штучке. Вот, штучка очень прикольная, качественная. Прям такая, прям качественная, что мы ее сейчас выкинем. Итак, друзья, вот сам этот термометр. Как вы видите, здесь какая-то вот непонятная, то ли это у нас идет какая-то там, ну, да, клееночка, так оно и есть. Вернее, не клееночка, а, ну, вы поняли, да? Вот, ее надо убрать, но фиг с ней, я ее убирать не буду. Значит, сам термометр поступил. Сам термометр, видите, как там почему-то не очень... Здесь вот с этой стороны вроде как все нормально. Во всяком случае, более или менее. Видите, не такая щель здоровая. А здесь вот так. Но здесь такая фишка есть. Вот. Наверняка это можно вытащить. Я, правда, не вытаскивал. Нет, она не очень вытаскивается. Но явно она к этому имеет дело и относится. Сильно я там дергать не буду. И вот так она закрывается. А, друзья, кстати, тут же, наверное, у нас и... Да, вот как раз это специально для того сделано, чтобы можно было вот такую вот маленькую батареечку достать. Вот сама батареечка, вот она. То есть, как вы поняли, сам термометр уже пришел с батареечкой. Просто включаем разочек, он делает все как обычно. Вот, это моя сегодняшняя температура, которую я сегодня мерил. Все прекрасно работает. Опять он обнуляется до нуля, соответственно, и можно... Я говорю, обнуляется до нуля. Ну, и что, он не обнуляется. Ну, вот, как бы он так выключается, потом точно так же включается. Ну, давайте еще раз попробуем, обнулится ли он до нуля. Должен сейчас, по идее, обнулиться до нуля. То есть, вообще обнулиться. Не знаю, в чем тут бог. Вот, мы давайте попробуем. Температура начинает подниматься. Ну и посмотрим, какая же температура у моих пальцев. Всем же интересно, какая температура у моих пальцев, правда? Независимо от того, обнуляется он или не обнуляется, температуру он все равно начинает нормально видеть. Также здесь есть звуковой сигнал, как у нормальных термометров. Когда, то есть, он готов уже к измерениям, он подает определенный сигнал. Давайте попробуем дождаться этого сигнала. Сигнала дождаться я не могу. Ну, мне грех требовать. Я не знаю, может, это действительно такая нормальная температура. Вот, которая в данный момент присутствует, 36,6 уже. Ну, он покажет 36,7. Кстати, я не знаю, может, он, в принципе, дефектный какой-то и показывает, ну, просто как бы у всех людей такую температуру. Ну, как бы, вот, слышите сигнал, да, то есть он готов к работе, и после этого момента сейчас мы начнем измерять. Да, довольно долгое пищание, не как у обычных. Там 3 раза пикнул или там 5 раз пикнул, и достаточно. Здесь больше. Но несмотря на это, несмотря, кстати, на его хлюпкость вот такую, он мне показался довольно прочным. То есть за 5 минут я его держал 5 минут, и он четко показывал температуру 36,7. Для меня это вполне приемлемо, отлично, тем более по такой цене. При стоимости его реальной 100 рублей с копейками, я его взял за 30... Сколько там? За 39, по-моему, я его взял. Ну и в итоге я... Ну что, он пришел, вообще его не жалко ни туда, ни сюда взять. В общем, вещь хорошая, ребят. Ну, на мой взгляд, за эти деньги, конечно, берите.
Итак, друзья, спасибо, что посмотрели. Добавляйтесь на канал. Ну и все такое. Давайте, пока.